Новикова. Мы сейчас свяжемся с Марией Новиковой. Да, и, кстати, расскажем тоже о очень отважном и смелом человеке. Мне кажется, что Мария нас тоже познакомит. Путешественники. Познакомит с ним, да. Маша, привет еще раз. Слушаем тебя внимательно. Консульский отдел за твоей спиной. Абсолютно верно, Михаил. И не просто так. Посмотрите, рядом со мной сейчас герой Петербурга на данный момент, можно сказать, Айдос Ардзияускас, который сегодня выбегает из Петербурга в сторону Греции. Далеко ли до Греции, вот узнаем совсем скоро. А для того, чтобы попасть в наш город, Айдос уже преодолел большое расстояние и выбежал он из Норвегии. Доброе утро, Айдос. Доброе утро. Расскажите, сегодня вы стартуете в каком направлении и что вас ждет еще на пути? Сегодня я в сторону Москвы бегу. А ждет много еще городов, но пока об этом не думаю. Как вы решились на такое большое путешествие? И главное то, что вы бежите в одиночку. Ну, это первая моя такая попытка бежать одному. До этого я бежал всегда с командой. Но хотел попробовать, как я... Смогу ли я один преодолеть, ну, какое-то расстояние. Вы бежите не налегке. Посмотрите, какой должен быть скраб у того, кто хочет преодолеть 70 тысяч километров. Расскажите, пожалуйста, что кроме аптечки у вас здесь присутствует? Ну, у меня тут еда на 2-3 дня где-то я закупаюсь, чтобы много не было груза. Спальный мешок. Ну, давайте покажем, как внутри все устроено. Похоже немножко на детскую коляску, а на самом деле это вот такой необходимый минимум путешественников. Все, кто думают, да, что бежать в марафон это легко, не так-то это и легко. Это вот солнечная батарея. Солнечная батарея для погрузки всех приборов, которые нуждаются в электричестве. Вот примерно вот так все выглядит. Это спальный мешок, палатка, тут от дождя, полотенце. Вот. Прекрасно. В общем-то, все минимум для жизни вы раз в несколько дней закупаетесь. Да, как-то пополняйте. Давайте мы это закроем. В конце мы обязательно покажем, каким образом осуществляется передвижение. А еще я заметила у вас, несмотря на присутствие электроники, современный GPS-навигатор, у вас есть и обычная карта. Вот для чего она вам. И давайте посмотрим, сколько вы уже по ней пробежали. Новая карта будет куплена в ближайшее время. Но, в общем-то, до Москвы можно добежать по указателям. Да. Ну... Просто ориентироваться, где ты находишь, чтобы не всегда включать GPS по карте, по региону. Вот пробежал, вот, например, дорогу пробежал, там 388, ну и примерно ты знаешь, что, где ты находишься. И как бы ориентировка, но у меня есть и онлайн GPS, который можно меня наблюдать в онлайне. Ну, вот. И вот... Каким трудностям должны быть готовы начинающие бегуны или уже продолжающие марафонцы, кто собирается вот в свой первый длительный забег? Я думаю, что больше всего нужна психологическая подготовка. Физическую можно всегда как бы, ну, добавлять, а вот с психологией уже будет труднее. Ну и надо настроиться, что ты будешь один много времени. И тебе понадобится, ну, вот как и в этом случае, и помощь со стороны иногда нужна. А люди отзываются? Да, да, помогают. Ну, помощь это такая, что вчера, например, присоединился один беговой клуб, вместе пробежались. Ну, у меня как бы день очень быстро прошел, очень много эмоций. Ну, и, ну как бы... Ну, я не боюсь один оставаться, но как бы приятно было. Просто я ни на какие приборы не смотрел, ни на карты не смотрел. Я просто только... Мы сейчас пробегаем это и это. Ну, я там пока посмотрел, пока мне дошло, они говорят, а вот это еще вот. Там мы вчера вот пробегали, там
вот тут Ленин писал это, да, ага, я там только посмотрел, все уже побежали дальше. Мы желаем, чтобы вам встретилось очень много хороших, интересных людей. Давайте установим карту и можете немножечко пробежать, можно сказать, выбежать из кадра, дорогие друзья. Ну, в общем, главное, что я вынесла для себя из разговора с Айдосом, что главное — это желание и, возможно, желание преодолеть немножко себя. Покажите, как вы вот с этой конструкцией передвигаетесь. Я просто так. До свидания.